Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S23 Plus. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим «Не беспокоить». Итак, для этого мы свайпаем вниз и ищем здесь режим «Не беспокоить». Находим, нажимаем на него, таким образом включаем, нажмем еще раз, выключим. Если мы зажмем на нем пальчик, то мы перейдем в настройки данного режима. Здесь мы можем его, естественно, включить или выключить. Далее мы можем установить, на какое время он у нас будет включен. Либо до отключения вручную, либо там на 1 час, или на 2 часа, или на 3 и так далее. Либо спрашивать каждый раз, например. Нажимаем ОК, когда установили то, что нам нужно. Далее мы можем здесь добавить расписание. Нажимаем, вот у нас уже во время сна есть. Можем нажать «Добавить расписание», добавить имя, например, я не знаю, «Тренировка». Там понедельник, среда, пятница. Ага, я наоборот убираю дни, в которые... Ну окей, вторник, четверг, суббота. Пусть будет. И устанавливаем время. Там, допустим, вы тренируетесь, не знаю, с 8 утра до 9. Вот, устанавливаем. Все, нажимаем «Сохранить». И таким образом мы устанавливаем расписание для данного режима. Далее мы что делаем? Мы можем настроить здесь исключение для режима «Не беспокоить», то есть выбрать пользователей, выбрать все уведомления приложений, сигналы и звуки разные, от которых мы будем получать уведомления во время включенного режима «Не беспокоить». И мы также можем настроить скрытие уведомлений, то есть мы можем либо скрыть абсолютно вообще все, либо мы можем по отдельности скрыть каждый элемент, либо не скрыть. Вот, и на этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.